Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала, это Фрэнбоу, и с вами Джек Рост. Это игр, что я не удержался, друзья, потому что реально это круто, это даже вот так вот будет обижать деревьев, без надзор руки подрывает. Уже в новостях передают то, что елки нельзя трогать. Итак, твои уши, язык будут понимать, но не глаза, ты не сможешь читать. Не беспокойтесь, я всегда могу спросить. Извините, вы понимаете, что я говорю, человек с коряди? Вот этот представитель фауны. Говорит, да, я понимаю. Нет, удивительно. Ты понял, котик? Нет, не понял. Я требую пробу для меня. Для канала, ваше величество. Нет, тебе не нужен мистер фрукт, мистер Камаш. Но раз такого аромата из боков. Скоро носи. Взянешь носи как на свой мир, никаких сомнений. Ты справишься, котик. И сейчас, знаете, почему я стал деревом? Да, я не думаю, что я тот, кто должен отвечать на это. Ну правильно, если вам задали вопрос, вы не обязаны на него отвечать. Все правильно. Теперь вы перейдем к процедуре, боишься ли ты высоты? Ну, само собой, зависит. Ну, зависит от высоты, что? Отведи ее наверх немедленно. Ух ты, мама. Забыл я про тебя, слушай, друг. Это мальчик друг. Куда вы меня несете? Что вы собираетесь со мной делать? Достать перо рук и ног. Все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Френ. Я люблю тебя. Добрый день, надо вот так вот, наверное, добрый день. Меня зовут Палонтрос, я ваш доктор. У тебя экстренный случай? Ого, удивительно. Удивительно, какая большая непушистая штука. Прошу прощения. Ой, простите. Я никогда не видел подобного вам. Еще пытаюсь понять, что это реально. Меня зовут Френ, и человеческая девочка. Кровь пришла мне с руками и ногами, чтобы помогла отправиться домой. Человек? Думаю, мы сможем достать тебя пару рук и ног. И нам придется летать дальше, чтобы исправить это. Ты готова очнуться в лапах чудовища? Очутиться в лапах чудовища? Какого чудовища? Меня? Я чудовище. Полетели. Ну, ты розовая вода. Блин, ух ты. Вот мы здесь. Ух ты, это место такое красивое. Ух ты, это место такое красивое, спокойное. Хотел бы я остаться здесь. Спасибо, это мой дом. Здесь и был рожден. Дух великого Алла создал его. Здесь самая чистая вода во всей вселенной. Ничего себе, звучит здорово. Ну давайте спросим, великий. Кто такой великий Алла? Ты не слышал о пяти реальностях? Он король первой реальности. Давно-давно он воевал с тьмой и пал. Он пал так сильно, что сердце было разбито. Он был один. Поле был вывезен, его кровь окрасила воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая. Это длинная история. Ого, звучит грандиозно. То есть,
Я не знал о других реальностях. Но как ты здесь оказалась? И что привело тебя в Эверсту? Мой котик мне за помощью, я возвращалась домой. Я был так рад увидеть тебя обнять, но потом мы упали. Это сделал небольшой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост и хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти, звучит ужасно. Я предпочитаю не говорить об этом. Ну, сэр доктор, вы знаете, почему я стал деревом? Да, иногда наши желания так сильны, что сбиваются. Ты сделал это, чтобы остаться в живых. Твое человеческое тело было уничтожено. Но ты хотел остаться с собой, хотел сохранить себе жизнь. И поэтому заняла пустую оболочку, чтобы сохранить свои воспоминания. Я впервые вижу, чтобы человек использовал дерево в качестве кокона. Но тебе опасно здесь находиться. Это делает нашу землю уязвимой. Я сама это сделала? Ого! Волонтер, сэр! Как? Не поняла. Как? Я так... Ребят. Как? Я не поняла, что делаешь что-то. Извините, ребят, запутался в диалогах немножко. Ты не поняла, что делала? Ясно, что ж. Прибыв, что ты открыл дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, нежданные существа могут попасть сюда. Если это произойдет, баланс будет отравлен. Есть только один, кто хотел отравить вторую реальность. Монстр, жуткая чернота. Я не могу смотреть, как это происходит, Сергей. Просто не могу. Не грустите, доктор. Я сожалею о том, что сделал. Я не хотела. Ах, маленькая девочка, ты такая милая. Тебя не о чем сожалеть. Ты особенная. Ну давай женщина на твоих руках и ногах, хорошо? Да, хорошо, доктор. Ой, солнце, дух воды, дай Френе руки и ноги. Как себя чувствуешь, Френ из Эверсты? Чувствую себя прекрасным деревом. У меня есть листья. Вот эти. Рад, что тебе нравится. Я говорил, что мы это исправим. Это волшебная вода. Она может починить все, что угодно. Что угодно? Думаете, она может починить мою мамочку и папочку? О чем ты? Починить? Что с ними не так? Ничего, доктор. Большое спасибо за помощь. Мой лучший доктор, что у меня был, вы пушистый и красивый. У меня был другой доктор, помните, но просто был зум стариков. Думаю, это не так. Может быть, он просто следовал правилам. А теперь пойдем, я отнесу тебя на станцию. Ну вот так вот, друзья мои. Зрители, подписчики, ну просто, понимаете, проникся духом. Вот и мы. Покажи королю Джуяру, каким гражданином ты стала. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было бы прекрасно. Скоро увидимся. До свидания. Ух ты, пушистый котик, ах, тебе нравится, а вот и я. Правильно, дорогая, у тебя листья на голове, ты красивая. Ну да. Позволь взглянуть на тебя, каким гражданином, что ты стала. Спасибо, сэр.
Доктор потрясающий. Он творит волшебство с помощью воды. Но он грустил. Он рассказал мне много вещей, которые здесь совсем не помогли. Не волнуйся, Палантрас будет в порядке, я знаю причины. Мне нужно узнать кое-какие проблемы. Тебе не о чем беспокоиться. Но лучше будет поговорить о том, как тебе вернуться домой, хорошо? Да, пожалуйста. Вы говорили о великом волшебнике. Да, только великий волшебник может вернуть тебе человеческое тело. И у него есть камни, чтобы открыть дверь, которая приведет тебя домой. Где волшебник? Где камни? Это земля полна непонятных вещей. Ха-ха-ха-ха. Ты еще не слышал, ты еще не вышла из замка, а уже хочешь уже все знать. Вот страсти, о которой я говорил. Имей терпение, Фрейд. Великий волшебник живет внутри великой горы Котры. Но мы его не видели уже некоторое время. Найди его, и будет все хорошо. Вот вы и сами не пытались... Почему вы сами не пытались найти великого волшебника? Не было необходимости, все логично, понимаешь? Для нас не нужно колдовать и вредить, мы можем делать это сами. Более важная задача волшебника – защищать камни, открывающие дверь. Понятно. Выходит, камни – это ключи. И где это край, вы сказали? Тебе придется поспрашивать, следует за указателями. Мне пора идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. Хорошего дня, выжить. И удачи в бой, как великого волшебника. Тут даже следует шутка. Так типа, вот она. Ладно, извините, друзья. Может быть, не в тему. Ты видел большой сестру котика? Это Палантрас. Он починил меня. Да, он пожизнь и чуть не забыл. Да, он пожизнь и чуть не забыл. Вот возьму-ка. Спасибо, котик. Ты видел мои таблетки? Нет. Нет, может быть, на другой стороне озера? Рядом с твоей одеждой? Хм, что? В любом случае, у нас есть другие дела. Нам нужно найти волшебника. Да, короче, сказал, что ты о горе. Ребята, правильное зарядное ставьте, тут пахнет конфузом. Пахло бы конфузом. Это гора Котрам. Великий волшебник живет там, пойдем. Ну, собственно, вот что у нас появилось. Фу, в куче диалогов. Надеюсь, оно того стоит. Не, ну, на самом деле, мне тут нравится. Здрасте. Нет, вы не можете войти, закрыто. Ой, закрыто, я не знал. Это за этим проходом? Библиотека, конечно же, но она закрыта. Возвращайтесь зимой или осенью, когда будет открыто. Ой, блин, господи. И ты говоришь, что дерево, что я отвел к Палантрасу? Да. Это я, Палантрас дал мне руки и ноги. Да, и голову, это очень хорошо. Хе-хе-хе-хе. Вот почему библиотека. Да почему библиотека закрыта, сэр? Все логично. Когда солнце вращается вокруг второй луны, и версты мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. Это получается зимой и осенью. Ох. Получается, вы ничего не изучаете весной и летом, конечно, изучаем. Мы учимся постоянно. Сейчас я узнал, что ты любишь задавать много вопросов. Мне любопытно, вот и все. Здесь вырасти все выглядит по-другому. Видимо, ты не знаешь, Игнат. Что ж, я надеюсь, скоро тебя увидеть. Да. Спасибо, сэр, пока. Так, до свидания. Так, что тут? Так, ну тут... Так.
Ой, ты кто? Здравствуйте, дядя. Вы красный? Да. Понятно. Вы знаете, где на Гонинском? Да. Где это? Вы можете сказать, где это? Да. А ты понимаешь, как раз ситуация. Извините, но... Скажите. Простите. Скажите, прошу. Гора Котром находится в зимнем времени. В зимнем времени? О чем это вы? Конечно, в зимнем времени. А что ты подумала? Но я не могу ждать до зимы. О, ее не надо ждать. Ты нужно отправиться. Отправиться? Как? Ну как? Ой, извини, я не умею объяснять. Иди вниз по лестнице. И прямо. Надеюсь, часовщика он объяснит, кажется. Он мне пытался объяснить. Хорошо, спасибо, сэр. Извините, ну просто меня пробило. Вот. Настойчивость и упорство. Так, это рынок, это гора Котра. Это у нас библиотека, соответственно. Ну, можно пришвырнуться на рынок. Ой, это кажется путь к рынку. Гора, дерево, немножко воды, должно быть этот лес. Это будет замок и библиотеки, ну соответственно, да. Идем. Привет, я Фрэнк, что вы делаете? Добрый день, Фрэнк. Я пруд, держи. Это уже железо. Для чего? Мне нужно сделать через языку несколько деталей. Понятно. Вы делаете любую работу по металлу. Конечно, если у тебя есть идеи, мы можем их говорить и тук-тук, и все сделано. Я все сделаю, и это сделано. Хорошо, сэр. Это хорошо, спасибо, сэр. Пора работать. Если тебе нужны услуги, ты знаешь, где меня найти. Так, ну... Так, пока мы с ним болтать не будем, мы лучше пока поиграем. Привет. Добрый день, дитя. Что вы делаете? Что вы делаете? Война. Вот начнется. Я не вижу смысла в бессмысленном. О чем это? О чем это вы? Что вы имеете в виду? Присоединяйся, дитя, я дам тебе золотую монету, если ты выживешь. Присоединиться? В чем? Игра вот начинается, ты играешь за Камал, я за Валу. Белый, ну давай, 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 давай. Белый и черный, свет и тьма. Это настольная игра, Сэр? Настольная игра, погрузимся в мир приключений. Ты против меня. Я дам тебе монеты, если ты выиграешь. Что скажешь? Да, конечно, какие здесь правила? Размещи тревью, горизонтали, вертикали и выиграешь. Используем механизм, чтобы узнать, кто начинает играть. Играешь? Конечно, 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 похоже на крестики налики, которым мы играем в школе. Вот.
Но зачем вам отдавать мне золото, если я выиграл? Время золото. Я очень старый, я живу очень долго, просто очень хочу весело провести время. Понимаю. Ну что ж, сыграем. Что ж, он ходит, сейчас мы его уделаем, друзья. Вот. Ага. Да. Ну, вот, видите. Ну, бывает, что проигрывать так же. Это называется знаменитое. Ах ты. Опередил. Тут можно вот так вот сделать. Смотрите, раз. Опа, и мы выиграли. Это, знаете, это заменит вилку. Да блин. Хорош. Да игра не слушается, сворачивается. Ну это очевидно. Так, единственное, смотрите. Да, и вот. Я выиграл. С ума сойти. Где мог проиграть? Так, сейчас будем бомбить. Так, раз. Раз. И раз. А, не успел, не успел, не успел. Опередил меня на халюшку. Ну ладно. Ну ладно, ладно, ладно. Это, знаете, победа на автомате. Ну, тут очень много защищаться надо будет, так. В принципе, вот это свободно. Ну, тут ничья. Нет, извини. Хорошо. Так, мы ходим. Сейчас мы вот так вот раскидаем. Ну, да.
Да не доходы, что я понять не могу. Раз, ну. Это чё к чему было? Да елки-палки. Это есть. Вот так вот. Че, подожди, подожди. Подожди, старый. Очень хорошо, маленькое существо, ты мастер. Друзья, сколько у нас монет? Изучить. Ну нормально еще. Давай пятый еще выиграем. Давай еще сыграем. Снова здравствуй. Хочешь сыграть еще раз? Да, конечно. Да, да, пожалуйста, было весело. Сейчас мы быстро. Это что такое? Не видит Джек Фрост, не видит. Опа. Очень хорошо, маленькое чувство, ты Настя. Здорово. Привет, просто корень. Ты очень милый. Спасибо. И ты тоже милый. Я Фран. Я Фран, а ты? Я... нет, я не Фрэнк, я дед мой. Я хочу петь весь день и сколько. А какая твоя любимая песенка? Моя любимая песенка звучит так. Один, один будет два, один, два будет три, два и три будет пять. Ох, примерно. И три, и пять будет восемь, и дальше я не помню. Я выучила школе, это был вечер. Звучит математически. Мне нужно идти, кстати. Где красивый пилор? Увидимся. Должна быть небольшая лекция за вставлением. Ну давай. Добрый день, царь. Добрый день, маленькое существо. Это... Да видно, летающие человеки, как они работают. Они словно плавают по воде. Вместо воды воздух. Это все просто. Я могу отложить одно из ваших желаний, чтобы лететь? Я хочу домой.
Да, я понимаю, к сожалению, была и версия анцев. Понятно, что, сэр. Спасибо, сэр. Хорошо вам провести время. Да. Можно смотреть на три вещи. На огонь, в воздух и как другой работает. Извините, это просто... Ну, ладно. Здравствуйте, леди. Что нового? Добрый день. Желаю почитать газету. Я не умею читать Нэви. Нэви это как вот не Иверский. Ты турист? Ну да, я турист. Я турист, меня зовут Френ. Я никогда не видел туриста и больше не видел Френ. Добро пожаловать в Иверс. Надеюсь, тебе будет весело. Большое спасибо, мне пора идти, пока. Так. С часовщиком поболтаем позже. Так, здравствуйте. Френд, я понимаю. Вот. Ок, судя по звуку, что сломалось. Слушай, ну... Ой. Так, рано. Рано, 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 рано. Вот, здравствуйте. Что вы делаете? Работаю над своими часами. Понятно, сэр. Что вы? Где я могу выйти? Великая ваша имя. Нет, мисс. Не делай часы. Не часы. Слушай, часы. Тик-так. А вы знаете, где находится гора Котра? Гора Котра существует в зимнее время. Значит, это обычная гора. Я не могу ждать этой зимы, короче, скажу, что вообще... Слушай, ты бесконечно свои время... Так... Минутку... Тебе не нужно ждать до зимы, это абсурд. Время — это бесконечно слоистая реальность, тем... Слоистая реальность? Звучит здорово. Что же мне делать? Их большие часа у меня времени, просто поменяй его. Где находятся эти часы? Их замок, и туда увидишь лестницу, поверни налево. Ты найдешь большие часы на дереве, удачи. Я уже видела часы, они были сломаны. Сломанные часы — это безобразие, бедные часы. Вы должны помочь, прошу, подними, мне нужно домой. Я никогда ничего не чувствую, представь. Значит, моя жизнь пропадет зря. Чем вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы. Время золота, знаете? Да пожалуйста. Вот, сэр, ваша монета. Ну, ты начал предложить мне работу. Хорошо, будь вежливый. Сэр часовщик, хотели бы вы починить мои часы? Замен на этот кусок золота во имя... времени. Умоляю вас принять мое предложение. Конечно, это было исключительное предложение на работе. Очень страшно. Отлично, пойдемте к большим часам обочиним их. Так, идем. Идем.
что? Очень странные часы, где цифры? Ты была права, часы сломаны. Вы ведь можете их починить? Конечно, секунду. Да, вот. Что такое? Похоже, что я кто-то повредил. В чем это? Я имею в виду, кто взломали. Это морально, ломать беззащитные часы. Зачем кому-то их ломать? Камал, зима, горой к утрам, камни, много причин нет. О, почему вы говорите, не понимаю. Камал, знать нахуй. Наверное, жуткую черноту. Только мало у нас здесь не дает, единственное слово на твоей груди. Это меня не удивляет, Рамер хочет получить камни, но не понимаю, для какой цели эти камни. Эти камни не имеют смысла для украинцев. А камни в зимнее время. Рамер, это огромный черный мост, мертвый зла, мертвого козла. Да, ты его знаешь? Да, думаю, из него попал сюда, понимаете, я человек. О, человек, теперь я понимаю. Мне тоже нужен камень, найти способ попасть домой. Надеюсь, что еще не поздно. Вот почему мне нужно попасть в небо и отправиться с Гарри Поттером. Да, Эми, ты должна поговорить с великим волшебником и отложить камень. Что ж, я все починил. Дай мне кое-что для вас, вот. Это приключатель времени. Это будет управление часов. Ты можешь отправиться все четыре времена выбрана. Просто повернуть его. Хорошо, что мы не на все четыре стороны. Послал. Извините, это тебя тяну. Это только прототип. Он может не сработать, если ты будешь далеко. И запомни. Время это бесконечно стоит реальность. И будь осторожна. Я буду осторожен. Большое спасибо. Очень милый часовщик. Прошу, зови меня Когнит. Хорошо, мне так помню. Кстати, я прям. Скоро увидимся, пока. Вот, друзья мои, получается, нам дали такую переключалку. Мы теперь повелители снега и дождя. Ну да, гениально. Эй, ты куда полез? Сэр, я могу взять из ваших лимонов? Прости, милый адрес, уже ограниченный. Я заберу все лимоны, все внести. Так, понятно. Короче говоря. Короче говоря, варварский метод. Котик, я хочу кое-что сделать. Веди себя естественно. Это знаете, ты готов какую-то пакость, веди себя естественно. А теперь корзина не несет все лимоны. Извините, меня просто... И теперь вот что делаем. Но... Вот только не ключ, пожалуйста. Это я уже игру попросил, извините, друзья мои. Ну, нам понадобится. Я узнаю это дерево, здесь такие же дома. Эй. Добрый день, юные люди. Покажи свой билет, пожалуйста. Здравствуйте, сэр, у меня нет билета, где его достать? Что? Все граждане здесь, блядь, почему у тебя его нету?
Не гражданин, сэр. Вот поэтому не гражданин, что-то новенькое. Извини, я не могу тебя пустить. Сэр, я понимаю, но что делать? Я очень хочу зайти. Не знаю. Такого еще не случалось раньше. Похоже, придется искать другой способ попасть внутрь. Спасибо, пока. Так, короче говоря, вот что делаем. Берем карандаш. Объединяем. Ну это рановато, это поспешило. Ух ты. Ничего себе. Что это такое? Вы вылетите как феи них. Это валки белые. Белые сущности, чистейшие из чувств, свет из материи, мы валки, я и говорю. Ах, вы сидите и сделаете меня счастливой, такой счастливой. Смотри, создание, один из молодых валоков получает маску. Амгар Мактайзе Гроу Амгарбут Крэнс. Блин, да ну, ребят, сейчас вызову еще кого-нибудь. Воин солнце, создание из почвы, фрукты, семечко. Будь свободен, и пусть вселенная светит тебя правдой. А куда вы идете? Мы продолжаем наш путь жизни, да пребудет с тобой свобода, мой друг. Сэр, и вместе... Вы можете творить волшебство? Вселенная постоянно творит волшебство, и ты пал на волшебство. Но я хочу знать. Странно, мне кажется, что вы знаете все на свете. Мы свет, мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей, почему монстр охотится. Правда, ты придет к тем, кто ищет. Твой путь в истине бескрайний. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду, и сильна, чтобы отпустить ее. Но... Дорогая, не грусти. Нам нужно идти дальше. Да, котик, ты прав. Так, ладно, допустим. Спящее дерево, спокойной ночи. Газет на гору, это гора Котра. Так. Короче. Вот. Друзья, напишите, какого времени года вам нравится. Так, здравствуйте. Ой, вы великий волшебник, сэр. Извините, сэр, я френд, и мне нужна помощь. Это Гракотра? Простите, вы можете говорить? У тебя слишком много вопросов, это хорошо. Ой, простите, сэр, король сказал, что вы мне поможете. Король говорит, мы исполняем. Я хочу отложить вас камни, чтобы открыть дверь в мой мир. Камни пропали, я не помню, где они. Каждый раз, когда они ищут, я прячусь. А когда прячусь, они... Я забываю, их нельзя найти. Ой, понятно, но может быть я помогу вам помочь найти? Я просто хочу ответить на главный вопрос. Откуда появляется кролик?
Я видел, как один человек ради появляется с пустой шляпы. Как? Это величайший вопрос из всех. Потому что ничего не существует, тогда ничто существует. Но если ничто существует, тогда нет никакого ничего. И мне снова любопытно, как? Слушай, ты задолбал. Ну, сэр, прошу, помогите, мне нужны камень. У меня посетитель. Добрый день. Что привело тебя к великому шельнику? Здрасте. То есть ко мне, к твоему сведению. Короче, мне нужно домой. Что? Я вам уже говорил, мне нужно попасть домой. Мне нужны камни, сэр. Камни? А, да, кто-то сказал. Приходилось спрашивать о них. Я сотворил самое фантастическое заклинание из всех, не мог их найти. Знаешь, черные тени Камалы, они постоянно пытаются их украсть. Потому что должен удостовериться. Но, сэр, мне нужны камни, и это место не мой дом. А, камни прячут. Я помню, что 4 загадки связаны с камнями. 4 загадки, которые восстановят мою потерянную память. Просто найти правильные 4 загадки. Я могу сказать, где найти дебринат. Ведь дебринат является камнями. Что есть реальности. Затем единственный, кто может вернуться, это я. Ясно. Что ж, скажите мне загадки. Нельзя терять время. Позволь показать тебе. Это звезда Иверсты, Онкобей, величайший путеводитель неба, величайший страж этой земли. Давайте сказать. Ничего себе, звучит здорово. Я дам тебе 4 загадки, написанные на языке всего. Ответом будет всего лишь один предмет. Размести предмет на звезде Иверсты соответствующим. И после этого я скажу, где камни. Большое спасибо, сэр волшебник. Сэр, волшебник, сказал, что вы можете сделать меня человеком. Он так сказал, думаю, он прав, хотя едва помню, как это делать. Вы не помните, но я могу отправиться домой как дерево. Я понимаю, но сейчас не могу помочь. Нужно восстановить мои знания. Попробуй сделать тебя человеком, может, ты найдешь первый камень. Ах, это был просто потрясающе. Да, потрясающе и здорово. Просто попробуй разгадать загадки, и я думаю, все будет хорошо. Сэр, мне нужно сделать что-нибудь особенное, чтобы стать человеком. Мне кажется, запах важен. Так, принеси мне свою одежду, и мы посмотрим, как это делается. Хорошо, сэр, я принесу вам одежду позже, пока. Итак, друзья мои. Холодна обычно я, но здесь... Так... Иди же, пассатижи, иди спичка. И вы сможете снова объяснить загадку? Забыл, что я просто размести правильный ответ на местах звезды Иверсты. Ты завершишь, мы продолжим. Сейчас мне жестко руководство. Слушай, Фред, хватит его заставать. Мы с тобой прекрасно разберемся, поверь мне.
Я просто этот еще тот Шерлок Холмс. Так, изучить. Так, первые без точки. Первые без точки, это получается. Прочная спичка, надеюсь, это правильно. Эй, дуралей. Простите, вырвалось. Так, потопали. Так, это пока не нужно. Нам нужно... Ого! Компрайс. Котик, ты видел это? Видел? Да, моя дорогая, я видел. Что это было? Я думаю, уже тень, ой. Я не хочу снова видеть. Снова? Да, котик, они были повсюду, в клинике, я хочу домой. Скоро мы отправимся домой, дорогой. Котик, можешь мне кое-что пообещать, чтобы не случилось? Мы будем всегда на одной стороне. Конечно, но, дорогой, обещаю. Лично, тогда нам нужно идти дальше. Так, ребят. Так, а нахрена мы... Так, извините, что овощи Америкович. Зачем мы лимон взяли? Словно солнце кислую улыбку вызывает. Конечно, откройте ворота. Вот мы и вторую. Так. Так. С этой точкой. Какое предусмотрительное. Вот обалдеть. Вот просто интуиция работает. Ура. Так, теперь нам нужно... Хорошо, нам нужно вот что сделать, друзья мои хорошие, нам нужно... Да хватит уже цокать, как вам, надоел. Ой, те же пассатижи. Это Палантрас. Палантрас, сэр. Подождите, не уходите. Нет, выглядит так плохо, котик. Разве это не доктор? Ну, может быть, надеюсь. Я боюсь, что-то произошло. Подождите. Так, легкие пустотелы для беззаводной несут. Ребята, нам только рыба осталась. Да чтоб тебе. Ой, Кузя, смотри, завезёт, пойдём покатаемся. Ну и что? Так, мы вроде бы рыбачить собирались.
Нет, у него крючка и леска слишком короткая. Ай, ну... Френ, ну я рад, что... Даже ты покаталась, но оказывается, видишь, как... Как все происходит. Да нахрена мне твой лимон, отстань. Да что такое? Подожди. Подожди, Фрэн. Ты что такое? Ты что ищешь? Сейчас они опять пугать будут, сволота. Грейс. Мамочка, это ты, мамочка? Любимая дочь, подойди и позволь прикоснуться у тебя. Мамочка, мне страшно. Тебе нечего нравится. Подойди ближе, мне хочу поцеловать тебя. Ну ты не можешь быть моей мамочкой? Нет, ты мертва. Подойди ближе. Сейчас же! Нажимаю запрет за тобой. Нет, ты не моя мама, оставь меня в покое. Такая, больше нас придет за тобой, придется забирать тебя. Придет и заберет тебя. Мамочка, ты пугаешь меня, мама, приходи не плачь. Ой, мам. Ой, так. Спокойствие. Все нормально. Блин. Видите? Противно. Отыгрывать еще противнее, поверьте мне. Так, что у вас? Ой, хорошо, нитки. Живы дед. Давай потрещим. Хороший день для ниток к вашим услугам. Ну, блин, продай что-нибудь. А, хорошо. Так, ладно, это я тоже читал. Слушай, знаете, монетку. Слушай, ты... Да как это не нужно, Френ? Ты что, головой ударилась? Здравствуйте, мисс. Мне хотелось узнать, есть ли у вас нити или леска. Ну вот, в том-то и дело, блин. Леска и нити, вот да-да-да, есть все, что нужно. Да-да, пожалуйста, сколько? Их довольно много и очень хорошо. Это хорошо, я имел в виду цену, мисс. Мне нужно сколько нужно леска. Ок, я забыл про цену, понимаешь? Я никогда ничего не продавал, нормально. Бывает такое. Знаешь, собирай просто так, надеюсь, на тебя порадует. Слушайте. Было бы так всегда. Ух ты, спасибо, надеюсь. Вы знаете, что вы продаете пока. Ну, понимаете, это верста. И я, конечно, мечтаю. Но на самом деле это верста. Так, это объедините. А где крючок? Где крючок раздобыть? Хорошо, ткань, нити и пуговицы, чтобы делать вещи. Итак, вперед, да. Вперед. Я тут немножко что запутался, и получается... Вот что мы должны сделать. Да, порой вещи просто не работают. С ума сойти. С
ума сойти, просто с ума сойти. Так, ладно, 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 ладно. Может быть, не ту реку выбрали. Грубо говоря. Не знаю, что с этим делать. Ты чё тебе? Вот, тут же сезон. Отрицательно, говорит Ран. Ну как я мог хоть? Короче, деньги, нет. Слушай, ну может быть еще раз я... Даже это сработает, я не знаю для чего. Я достаточно мало, чтобы найти другое решение, как мне кажется. Сэр, посмотрите, у нас ладошка, она сломана. Вы поможете? Давай посмотрим. Выключил, кто видел, лучше. Что за очень поудали, это что? В клинике, правда? Кто, в какой клинике? В клинике Озеро, мистер ГД сломал штору. Весьма странно. Сделайте круг. Итак, забудем это. Здесь круг для удочки. Да, давай, если не даже одну монету, я дам тебе половину круга. И там две монеты, получишь целый круг. Мне нужен целый. Все вместе тебе стоит три монеты. Слушай, ты спекулянт. Одна монета за полкруга, за две за рабочий. А две за рабочий, договорились. Ох, сэр, мне кажется, сложно, я принесу вам монету. Какая? Спекулянт, хренов. Так, стучите, сколько у нас монет? Вот, на тебе, барыга, хренов. Вот ваши три монеты, сэр. Вот охренеть, математик. 2 + 1 будет 4, блин. Я не могу. Замечательно. Спасибо, что... Вот только, надеюсь, не сработает. Изумительно. Я пройти, я не... Я не из-за этого замечаю, что мне монет жалко, а из-за того же, блин, спекулируют. Даже растения спекулируют. Так, давай, 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 давай. Вот так вот, Френ поймал рыбу. Ой, я поймал рыбу, мне очень жаль. Ну, поймите правильно, Френ это Френ, так. Зима. Где гора Котра, Френ, скажи нам. Вот гора Котра. Гора Котра на дереве, немного воды, должно быть, и это лес. Совершенно верно, идем. Тайти же, пассатижи. Так. Мне
месяца не тронулся на эту лестницу. Блин, я понимаю, но мы опять заплутали. Сейчас мы будем кататься на коньках. Ну ладно, слушайте, шутки шутками, но блин. Дыра Коттерна должна быть вот здесь. Так, подожди, либо вот здесь. Да, вот здесь, точно. Надо было чуть дальше пройти. Ну просто. Уже тороплюсь уже тут целый. Короче, не важно. Так, дальше идем. Разгадки. Значит, сквозь поток воды. Палочка две точки. Получается, палочка две точки, это у нас рыба использовать. И соответственно, это первое. Вот все. Я чую победу, я чую вкусный запах победы, поздравляю. Спасибо, сэр, я готов, давайте вернем в камень. Хе-хе-хе. Да, начнем с огня. Котром пробудился, котром жив. На самом вершине горы он будет ждать тебя. У него мой колпак, мой любимый колпак волшебника, принеси его. А, ваш колпак? Хе-хе, да. Камень прячется на их волшебных вещах. Вот почему я ничего не помню. Ха-ха. Теперь я вспоминаю. Иди в жену, найди Котром, а потом возвращайся, мы займемся остальными вещами. Хорошо, сэр, я принесу ваш колпак. Слушайте, ну... Кто осмелился разбудить меня? Кто? Я Френ, ну, живой, простите за беспокойство, сэр, я Френ. Ясно. Я не знаю, что это значит. Это мое имя. Я не знаю, что... Не знаю, почему. Расскажите. Конечно, расскажите мне.